Строительным работам на Ришельевской быть. Одесский окружной административный суд поддержал ремонт на месте исторической типографии Фисенко, а также соседнего Ришельевского театра. Иск на решение Минкульта о запрете строительства был пересмотрен в связи с аргументами, приведенными компанией «Одесса-Сити». Разрешение на уничтожение старинного здания удовлетворила судья Людмила Такмилова. Застройщик утверждал, что в случае запрета на проведение строительных работ он понесет материальные убытки в виде штрафных санкций перед другими подрядными организациями. Отмечу, что «Одесса-Сити» является владельцем двух зданий на Ришельевской 47 и 49. Компания планирует построить в историческом центре шестиэтажный жилой дом. Его первоначальный проект предусматривал стеклянную конструкцию, но после акций протестов застройщик пообещал сохранить фасады домов, лишь надстроив несколько этажей. В феврале этого года вокруг зданий появился строительный лес, но работы так и не начались. Напомню, Министерство культуры запретило застраивать типографию и призвало подрядчиков прекратить проведение ремонта на объекте. В ответ компания подала иск, потребовав остановить действие предписания. И, исходя из решения, которое сразу же вступило в силу, материальные убытки застройщика волнуют суд больше, чем неразрешенное проведение строительных работ в центре города.